бар на пляже. Музыка играет приятная. Тут еще есть интересного. Саму территорию бассейна. Здесь вот магазинчики можно что-то купить, приобрести. Очень удобно возле бассейна, возле пляжа сразу есть. Так, что тут еще у них интересного? Убираются, чистят. Полотенце меняют вот здесь. Забыла сказать, это Аделина Плаза. Вот такие вот симпатичные очки под навесом. Свежий обзор организую. У этого отеля, в отличие от соседнего паротеля, свой понтон, они ни с кем его не делят. Вот бассейн с подогревом. Здесь уже, конечно же, люди есть. Вообще отель это в популярности. Среди украинцев он часто по хорошей цене. Так, вот идет пляж возле бассейна, этот бар возле бассейна. Здесь вот рядом сразу идут перекусы. В тенечке можно перекусить, если не хочется возвращаться в главный ресторан. Дальше по территории. Территория очень симпатичная, чистенькая, зеленая, приятная. Приятный отельчик, особенно цена на него очень приятная. Вот здесь детский клуб и сразу детский бассейн. То есть такая как бы где-то отдельная зона. И рядом площадка детская. Цвета на фиге. Мини-футбол вот поле есть, тоже деткам играться. Проживание вот таких вот этажных корпусах. Ой, боже, мой чуть не упала. Так, идем дальше.
сегодня безветренно, хоть и февраль месяц, и напка. Но погода отличная, очень солнечно. Вот смотрите, панорама какая красивая этого отеля. В принципе, на Гранд Плаза нареканий у нас не было от клиентов. И сейчас я тоже у людей спросила, они всем довольны. Ну, конечно, здесь снимать их не стала на камеру. Но для себя выводы сделала, что можно смело его продавать. Вот еще один очень симпатичный такой бассейн. Сейчас зимнее время, он, конечно, для красоты. Так. И вот мы дошли до главного ресторана. Так, вот, смотрите, какие двухэтажные корпуса. Шведованного ресторана. Тут все готовят к обеду, моют, вытирают, все было чисто и аккуратно. Сейчас сделаем круг почета, вернемся опять на территорию. Очень приветливые, конечно, здесь продавцы, но торговаться никто не отменял. Так, здесь мы вот пришли в их, так сказать, можно сказать, амфитеатр, да, где вечером проходит шоу. Вот сцена. Сначала здесь проходит детская дискотека, а потом каждый день шоу для взрослых. Вот рядом картины продают красоту. Так, сейчас выйдем, посмотрим, куда мы выйдем отсюда. В принципе, не скажу, что территория прям очень огромная. Она такой средней получается величины, но все, в принципе, очень аккуратно и симпатичненько. Еще есть корпуса здесь, на заднем дворе, можно так сказать. Посмотрим. Что здесь у нас еще интересно? Вот видите, все на территории вот такое вот зелененькое, симпатичное.